Эти ребята играют в свою любимую игру и летом, и зимой. Для них баскетбол — это нечто большее, чем просто вид спорта. Парни представляют новоиспеченный проект «Траектория». Под таким названием опытные спортсмены решили вывести баскетбол за привычные рамки и вновь придать этой командной игре бывалый глобальный интерес. Мы не будем делать какие-то там чемпионаты, но мы хотим пробовать разные форматы, которые, допустим, в городе еще не делали, типа каких-нибудь там, не знаю, ночных турниров или необычных турниров. Или даже образовательные истории. Вот Юра у нас, допустим, он судья, и он хочет воспитывать молодых судей. Почему нет? И потихонечку, понемножку, так по наитию, мы хотим стараться это делать качественно. «Траектория» — это дружный коллектив и две прославленные команды. Мужская сборная в ГУЭС и стритбольный клуб «Там и ложись». Баскетболисты имеют за своими плечами уйму наград и побед на крупных соревнованиях. Например, относительно недавно ребята в составе благовещенской команды выиграли кубок ДВФО. Эта победа, к тому же, принесла нескольким игрокам звание кандидатов в мастера спорта. Дабы осознать, насколько действительно опытный состав получился у приморцев, достаточно, например, познакомиться с капитаном команды. Станислав Герасимов по кличке Гера является на данный момент лучшим игроком Приморского края. Его заслуги привлекли внимание даже профессиональный клуб «Спартак Приморья», который предложил игроку контракт. Получил предложение перед началом этого сезона. Как лучшему игроку Приморского края поступило предложение. Здесь все за и против, я выбрал продолжать играть вместе со своими друзьями. Начать свою необычную пропаганду баскетбола участники «Траектории» решили с акции под названием «Почему я играю в баскетбол?». Владивостокские спортсмены выпустили видеоролик, в котором призвали всю страну рассказать, за что они так любят этот вид спорта. Баскетбол – это как жизненный путь. Каждый выбирает сам свой стиль, свою игру. Как игра в шахматы. Ты знаешь, как расставить фигуры правильно. Ты должен сделать шаг и должен сделать мат. Приморцев моментально поддержали распространением ролика и специального хэштега. К акции сегодня может присоединиться любой желающий. Формат своего рассказа о любимом виде спорта каждый определяет сам. По мнению «Траектории», баскетбол за последние годы упал в количестве как фанатов, так и самих спортсменов. И с этим нужно что-то делать. Мы пытаемся продвинуть саму игру в массы. То есть не просто профессиональный вид спорта, а именно любительский, чтобы ходили смотреть, любоваться этим видом спорта. Это действительно зрелище. Почему бы люди не должны прийти посмотреть на это дело? «Траектория», имея хорошие карты на руках в виде опытных баскетболистов, собирается перевернуть понятие об этом виде спорта не только в городе, но и, возможно, по всей стране. И что самое главное, внести вклад в поднятие баскетбола на новый уровень сегодня может каждый. Максим Яковлев, Дмитрий Сухоруков, новости спорта на Восьмом.